Как товарищ Мейснер относится к Даниле Таганаю? Таганай говорил, что Мейснер излагает интересно. Да, Таганай, это у него обзоры всяких кин. Да, да. А я, к сожалению, говорю, я про него узнал уже в те времена, когда уже практически ничего не смотрел. Я последний ничего не смотрел, он в духе Сурена сделал трехчасовой ролик про ядерное развитие ядерного оружия. Но он нашинский вообще? Ну, как тебе сказать? Ну, как есть. Я не знаю, как... Ты же наукой пробавился, ты знаешь, его, как кого характеризовать. Я его точную позицию как бы не знаю, но в его документальных вот этих работах проскакивали некоторые вещи, которые мне не понравились, скажем так. Ну, там, в частности, он там, например, вот этот тезис повторил о том, что вот эта гонка вооружений разорила Советский Союз. А, ну это что, тут грех, что ли? Нет, ну это как бы мелочь. Ну, нет, понятно, короче. Нет, ну в целом к нашему склоняется-то. Ну, в целом. Советскому. В целом вроде да. Советская власть, да, диктатура пролетариата. Ты понимаешь, в чем дело? Я же не знаю конкретно его. Он не излагал напрямую свои мысли. Он просто критиковал там антисоветские фильмы. А, ну тоже. Критиковать антисоветские фильмы. Тоже дело хорошее. Ладно, тоже полезной то работой как товарищ минимум занимается. Из сочувствующих, а вот насколько он в теории... А в чате пишут. Про Шарин, я не знаю. Что Таганай социал-шовинист. Но если он поддерживает... Таганай из СВО от ревоскрытных знаков. Волшебные эти самые дела всякие Таганай поддерживают. Около наших... Ну вот этого не знал. Он любит волшебство. Ну это, кстати, по нынешним временам тоже мало о чем говорит. У меня хреново туча, значит, друзей, которые прекрасные люди, но вот по недоразумению занимают ту позицию, которую они занимают. Да, тут как по разным причинам, тоже. Причем там еще и причины у каждого свои. Штука обыденная, да. Тем временем в чате развязался спор, нашинский Таганай или не нашинский. Ну и здесь. Вот. Кто-то говорит, есть пруфы конкретные. Ну что вы, товарищи Косвы, какая, блин, это... Общем, если он про кино снимает, так и кино, блин, и пусть что, снимает. Полезно, он много чего делает. И документалка мне его в целом понравилась. Я говорю, ну просто один момент мне не понравился. А так вообще интересно подано, интересно сделано. Чувствуется, что человек с душой погрузился. И что вообще, говорит, нашинский, не нашинский? Вот партию сделаем, напишем. Тогда можно будет рассуждать. Мы когда сделаем, почему? Потому что когда у нас будет партия, у нас будет устав. И тогда вот мы четко смотрим. Вот то, что сделал или сказал данный товарищ, оно уставу противоречит. Противоречит? Противоречит. Значит, не нашинское, блин, было движение. Значит, пусть он от него отказывается, либо, значит, это до свидания, партбилет на стол. А так, я говорю, к абсолютно посторонним людям, что нашинский, не нашинский. Да, что вообще тратить на это время? Да.